Добрый день, добро пожаловать на канал Бадук 1. И в этом видео посмотрим разные пути от Муромаса, что может происходить. Напомню, значит, то, что Муромаса — это когда играется такой высокий дальний хасами, и дальше белый играет такой ход. И здесь самые простые джосаки — это, ну, самые не то что простые, а самые популярные, наверное, это прилипание, дальше идет ханы, такой ход, спуск, прыжок, ханы, соединение. И здесь можно по-разному делать. Можно вытянуться, и черный вытягивается, и белый здесь может зафиксироваться. И дальше черный как-то делает себе базу. Давайте посмотрим в программе, что этот результат она думает. Так, Лила Зиро, 40 блоков. Значит, считает то, что это в пользу белого. Но это, тем не менее, джосаки. Считается. Так, давайте посмотрим в базе, есть ли партии с такими джосаки. Да. База нам показывает то, что есть 130 партий. Давайте посмотрим пару партий из последних. Значит, ну вот 18-й год. А перед этим очень долго не играли. Интересно. То есть 7 лет не играли, такой вариант. И в какой-то партии так сыграли. Значит, что было дальше? Давайте лучше так промотаю клавишей. Ага, потом лесенка, которой нет. То есть здесь черный решил играть сюда. Но это нормальный вариант, да. Зачем ему добавлять ход по стороне? Ади, конечно, вот камня Q13 остаются, но все равно это очень большой ход играть сюда. Окей, давайте дальше смотреть другой вариант. Значит, другой вариант, если на данном этапе белый вытянется и черный порежет, белый атари, черный соединяется, и белый здесь отпрыгивает сам. Давайте проверять. Значит, сейчас ход черных, и мы видим то, что это тоже сильно в пользу белого. Еще больше процент дается, чем в прошлый раз. То есть здесь примерно 62% за белых. Давайте проверять по базе. Так, значит, по базе, что мы здесь делаем? Вытягиваемся сюда, атари сюда и прыжок. И такого джосаки у нас, по-моему, нет. Да? А, это в мэтчинг, надо это в другом месте смотреть, извиняюсь. Так, то есть здесь мы без этого обмена просто вытягиваемся, атари сюда-сюда и выпрыгиваем. Да, и две партии есть. Давайте посмотрим, когда были сыграны. Вот 2011 год, и до этого 2001 год. Ну, значит, давайте смотреть дальше, что было. Здесь выиграл, мы видим, белый в этой партии. Ну, можно сказать, это мою на мою. Так, а что произошло в этой партии? Здесь выиграл тоже белый. То есть совпадает с программой, хотя, конечно, программа — это программа, люди — это люди. Но, тем не менее, будем знать. То, что из двух партий две выиграли белые, сыграв такой вариант с вытягиванием сюда и даванием отрезать камень. И, значит, программа тоже считает то, что после этого варианта 62% за белых. Это считает так Лила. Давайте посмотрим в эльфе. Одну минуту. Эльф подтверждает, он дает практически 80% белым уже здесь. Но эльфа я не буду смотреть, у него какой-то радикальный процент. Давайте Лилу Зиру 40 блоков я буду показывать. Значит, возвращаемся к нашему к иллюстрации. И здесь есть еще вариант, когда белый закрывает сразу это разрезание. То есть о чем говорит это соединение? О том, то, что белый не хочет отдавать камень О15. И, соответственно, у него есть какие-то виды на центр. Да? Дальше черный сюда, белый сюда, и черный играет тануки. Давайте смотреть,
в программе и потом в базе. Так, значит, вот эта позиция. И здесь за белых 55%. То есть, а мы помним, ну даже 53, да? Мы помним то, что был вариант, в котором 62. Предыдущий вариант, когда белый сам забирает угол в С17. Давайте смотреть партии профессионалов. Так, здесь мы играем так, потом так, так, и потом как-нибудь. Ну, неважно, потом какой-нибудь ход, да, 11 партий. Смотрим. Значит, кто у нас играл? Александр Динерштейн так играл, да? С кем он играл? То есть он играл такой ход. Но это, мы видим, это какой-то старый Джосаки, он начался в 79-м и вот до 2004-го. То есть уже почти 15 лет его не играют профессионалы. Этот вариант. Так, 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 так. И потом так, так, так. Ну, в общем, какие-то джосаки. Так, Ли Чун Хо. Вот Ли Чун Хо выиграл с таким джосаки. Потом Ли Чун Хо против такого джосаки тоже выиграл. Ага, черные здесь выиграли. Белые проиграли. Ну, в общем, так больше выигрывают черные, чем белые. Хотя, ну, Мао Цзяо Чунь крутой игрок. И Ниви Пинг тоже крутой. Ну, окей. В общем, мы можем сказать то, что это не такой частый вариант. Не такой частый вариант. Давайте тогда вернемся в лайбрери и посмотрим здесь. Может быть, есть какой-то другой ответ на этот ход. Нет, извините. На ход С. Нет, на ход С другого варианта нет. Во всех профессиональных партиях сыграли S17. Тогда возвращаемся в нашу смотрелку и идем дальше. Вот на этом этапе у белых есть также другое продолжение. Продавливание сюда, как мы знаем, от AlphaGo. И здесь получается несколько вариантов. Один из них это когда черный играет этот ход в S15. Значит, белый сюда, черный сокрывается, белый пробивает, и дальше отрезается этот камень. И белый играет сюда. Давайте посмотрим по программе. Значит, программа что нам говорит? Она нам говорит то, что за белых примерно 66%, да, 65%. То есть это в пользу белых. Давайте смотреть партии профессионалов. Так, если мы здесь... Вместо Ханы играем сюда. Так, 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 так. Пробиваем, отрезаем. Ну и в принципе здесь 4 партии всего, да? Да, все эти партии сыграны в 2017 году после AlphaGo. И мы видим то, что в принципе... В принципе не очень популярный вариант. Так, кто у нас выигрывает? В этой партии черные, в этой тоже черные, в этой тоже черные и в этой один раз белые. То есть 75% выиграли черные, но это, конечно, маленькое количество партий, но тем не менее. Может быть, белые не совсем знают, как им дальше против такой плотности играть, а программа знает. Давайте смотреть дальше, что есть. Значит, есть вариация, когда на этом этапе черный выбирает такой ход, сразу порезать, дальше Атари сюда, потом Ханы, и здесь у черного есть два хода, можно поставить Ханы и можно поставить Ар-13. Ну, давайте рассмотрим сперва Ханы, соединение и тоже соединение, и дальше у белых Сентет. Давайте смотреть по программе, что нам скажут. То есть на данном этапе там режется, Атари, вытягивание и потом Ханы. Если Ханы и потом сюда, и закрываемся, и потом Агейму, да, то получается 44%, 45%, может быть даже вырастет до 50%, но нет, 45-46%. В общем, вот такая ситуация. Давайте смотреть в партиях профессионалов. Так, здесь мы играем
разрезание, атари, соединение и хана. И всего 4 партии, неважно, ход А или Б, да, давайте посмотрим, кто играл. Ну, тоже все 2017 год, после того, как опубликовали. Кто выиграл? Белые, черные. То есть здесь почему-то выиграли больше белые. Хорошо, давайте смотреть тогда, в чем разница, если играть по-другому чуть-чуть. То есть если вот на этом этапе вытягиваться. Вытягиваемся. Он тоже вытягивается, мы вытягиваемся. И он закрывает ази в углу. И дальше черный может играть тануки. Давайте разберем. Так, здесь тоже нам программа говорит, то, что это в пользу белых. 61% показывает. И давайте посмотрим. Или, в принципе, да, мы уже посмотрели то, что профессионалы всего 4 партии, там, с ханой или вытягиванием. Тогда давайте идти дальше. Здесь на паузу. Так, сюда. И дальше мы возвращаемся еще обратно. И вот на этом этапе на самом деле разные есть ходы, вплоть даже до R17, но, по-моему, в этом материальчике у меня нету R17. Да, рассмотрим такой ход. Значит, здесь такой начинается сложный вариант. Белый проталкивается, потом вкидывает, и черный отходит так, потому что, ну, чтобы его в лесенку не забрали. Значит, дальше идет ханы, потом атари, сюда. Так, все форсировано, пробивают, сюда, и забираются вот те камни. То есть камни О16 забрали, и белый может играть тануки, например, кейма. Давайте смотреть в программе. Так, и этот вариант тоже в пользу белых, то есть за черных нам показывается 44%. Давайте смотреть в партиях профессионалов. Значит, базу открываем, library. И здесь нам нужно отмотать назад. Да, и на этом этапе играть Б. Потом проталкивание, режем. Значит, выходим. Потом ханы. Так, одна только партия, что ли, была? Давайте посмотрим, что это за партия и что они там сыграли. Мок Чин Сок, Ким Чи Сок. Когда играли? В 2017 году. И все, только одна партия, да, с таким Джосаки. Интересно. Значит, так. Да, это тот же вариант. А, нет, не тот вариант. То есть в моем варианте, который я показывал, N14 выпрыгивает черный, а в этом сжатие идет. То есть здесь он сжал, потом он выпрыгнул. Но здесь, да, здесь разница в том, то, что черный отрезал вот эти камни, дал возможность выжать сверху белым, и дальше будет атаковать. Так, выиграл Мок Чин Сок в этой партии. Да, это нормально, и дальше он побежал. Ну, хорошо, давайте тогда посмотрим в программе, что она считает по этому поводу, хотя здесь другая ситуация уже, да? Так, может быть, я попробую найти эту партию и выгрузить. Так, то есть здесь мне нужно посмотреть, какая дата. 2017-07-21. И в моей вот этой штуке 2017-07-21 найти, по-моему, где-то здесь. 07-21. Ким Чи Сок, Мок Чин Сок, да. Давайте посмотрим. То есть здесь, когда вот он ставил двойное атари, да. Ага, то есть равная позиция, да, он пробивает, атари соединяется, выпрыгивает. И дальше что? Дальше он закрылся и продолжилась атака. Хорошо, а пораньше, если отмотать, что у них здесь произошло? Какой-то другой Джосаки, тоже с дальним хасами, но это уже 4-4, а не 3, не 4-3. Так. Ага, то есть здесь белый закончил в сенте с крепкой формой снаружи, которая работает против Китая.
Хотя Китай это не Кабаяси, он территориально, а не Мойо, но все равно. И дальше. Так, так. Ну да, то, что я показывал. Такой вариант. Да, дальше была атака. И чем это все? Ну, короче, сложный вариант получился здесь. Давайте дальше лучше пойдем по Мурамасе. Значит, следующий вариант, который будем смотреть, он небольшое ответвление, да, то есть здесь без Atari, если играется ханы, то здесь играется спуск, дальше Atari сюда, потом так, угроза скушать, потом сюда. Ага, вот здесь ко я хотел, ко борьбу показать одну. Значит, белый выходит, черный режет, Atari сюда, и потом у белых есть кейма, и у черных есть тесути, такое вот прилипание. И здесь очень важный момент, то что если белый сыграет такой ход, тогда белый умирает. То есть здесь мы видим, белые камни захвачены. То есть если белый сюда, то Atari. Если белый сюда, то тоже Atari. Соответственно, очень важный момент здесь, то чтобы белый вкинул S18. И после S18 черный, конечно же, должен там добавить ход. И теперь уже не может черный убить. То есть, если черный сюда выходит, то просто Atari и потом ханы. И все. Здесь просто Atari и захватывается, да, то есть здесь ничего не будет. Даже Atari не надо ставить, мы видим то, что белая группа жива. Давайте посмотрим такой вариант в программе. Значит, здесь у нас было ханы, потом сюда, потом сюда. По-моему, так, 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 ханы. Так, извините, вытягивание, потом ханы. Потом сразу ханы, вытягивание Atari, соединение сюда, сюда соединение, вытягивание, вытягивание. Нет, что-то я не то сыграл. Ход белый, да? Белый вытягивается, черный отрезает. Atari сюда, потом сюда. И сверху я еще обмен пропустил, да? Ну давайте я вставлю вот так задним числом и здесь прыгну. И то есть здесь прилипание. Давайте посмотрим. Программа видит? Да, программа видит. Значит, такой ход. И потом программа почему-то предлагает играть тенуки. Либо просто выходить. Но мы рассматриваем вот этот вариант. То есть сюда. И здесь черный не может играть так. Но черный может ставить Atari. Давайте разберем с вами Atari. Но перед этим... Хотя нет, давайте сперва разберем Atari, чтобы была ко-борьба. И потом посмотрим, есть ли это в партиях профессионалов. Значит, соответственно, раз уж белый имеет возможность скинуть S18 в темпе, и черный после черный уже не может играть по 18, да, тогда у черного есть Atari. И здесь начинается ко-борьба. То есть Atari пробой, потом есть ко-угроза, соединение, пробой. И дальше уже нужно смотреть. Да? В общем, начинается вот такая ко-борьба. Надо считать, у кого больше ко-угроз будет локальных. Вот, то есть эту ко-борьбу я показал, и давайте посмотрим, были ли партии профессионалов с такой ко-борьбой. То есть мы идем сюда, и здесь мы играем. Ага, видимо, не было партий профессионалов с такой ко-борьбой, да? Потому что мы здесь играем так, и так никто не играл. Хорошо. Окей, тогда не будем смотреть, раз так никто не играл, просто будем знать то, что есть возможность ко-борьбы, которая, как мы видим, является такой ханами-ко для черных, да? Черный ведь с обеих сторон живой, а для белых это огромный риск. Поэтому я думаю, здесь мы можем даже в программе посмотреть, то есть если будет ко-борьба, так, так, пробьет, то... Ну хорошо, вот он сделает свои ко-угрозы, пробьет, он спустится, и все равно он дает за белых, да? Я вообще ничего не понимаю тогда в программах. Здесь вот он ставит Atari, мы пробиваем. Такой Atari, пробиваем. Сюда.
И что, если вот так пробить и так обменяться, это все равно за белых. То есть надо черному искать более какую-то крутую коугрозу, но программа показывает, что это самая крутая коугроза. В общем, по какой-то причине профессионалы так не играют. Но мы знаем то, что здесь есть ко-борьба. Давайте идти дальше. Так. Это, по-моему, я показывал. Да, это если без вкидывания. Что у нас есть еще по Мурамасе? На этом этапе, если играть прилипание сразу, то у черного тоже есть разные варианты. Например, такой. И дальше забирается камень. Угу. И получается такой красивый ход в конце. Да. Давайте проверять в программе, было ли такое. Ну, вернее, что она считает. Так, значит, после прилипания мы играем сюда, сюда, потом Atari, сюда, потом Atari так. И здесь, что было, Хана, сюда, Atari, соединение, отрезание. Забираем сюда, сюда. Играем кейму, пробиваем. Отодвигаемся, Хана, спуск. Потом, нет, потом было... Я уже пропустил где-то ход, да? Значит, так. Я пропустил такую вот вставку. Если белый играет сюда и... А, нет. Извиняюсь, давайте я пересмотрю. Там просто был еще поворот за черных. Так, я нашел. Значит, после этого пробоя белый не отпрыгивает. Белый играет такой ход. И дальше черный делает такой обмен. И сюда играет. Вот. И здесь белый... так, так, так. Значит, черный прилипает. Белый сюда. И у черного все это завершается красивым ходом. Какой там был красивый ход? Да, агейма. Вот такая гейма. И что вот это вот чудо, произведение искусства за кого? Это произведение искусства тоже за белых. Давайте смотреть партии профессионалов. Так, раз. Сюда. Значит, здесь у нас был такой ход, такой, такой. Atari соединение. Извините. Другой был Atari. Atari соединение, Atari, Хане, Хане, Atari сюда, вытягивание сюда, сюда, пробиваем сюда, 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 пробиваем сюда, 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 вытягиваемся. В общем, была такая партия. А если мы назад... А, вот тут три уже партии. Тут четыре. Давайте вот так хотя бы посмотрим, кто играл и когда. Старый Джосаки, да, Чочекун. Ну, 2011, 2010 и так далее. Значит, здесь выиграли белые, здесь выиграли черные, здесь тоже белые, здесь тоже белые. То есть за белых более фартовые джосаки получается. Ну, они играют... Ну, вот этот вариант, по-моему, как я показывал. А, здесь они сразу начинают бороться. Да, вот этот ход важно, чтобы не заблокировали эту группу. Так, чтобы она в готы там не выживала как-то. Хорошо, посмотрели. Дальше, что еще есть? То есть на Ханы черный может ответить еще таким ходом. Потом Atari, ну и самое простое, если тоже Atari, пробивает и вытягивается. И белый играет Тануки. Ну, я не удивлюсь, если это... За белых программу считает. Давайте смотреть. То есть мы отматываем. И вот на этом этапе, на этот Хане, черный играет сюда. Потом Atari, Atari, пробой, вытягивание и какой-нибудь такой ход. Да, это тоже за белых. Давайте смотреть в базе. Так, идем сюда. Мотаем назад, еще назад. И вот где-то здесь. Вот здесь играем Б.
Потом Atari, Atari, пробой, вытягивание. 5 партий, да? 5 партий. Значит, выиграли больше черные. Ну, можно сказать, поровну. Потому что одна половина полочка. И все эти партии какие-то древние, да? 75-й год. 75-й, 84-й. Очень старые партии. Ну, так играли профессионалы раньше. Хорошо, давайте тогда дальше смотреть, какие еще есть у нас варианты в этом СГФе. Значит, на Atari черный может также соединиться. Да, здесь черный может соединиться. И дальше будет так. Белый сюда, черный режет. Дальше вытягивание сюда, сюда. Так, 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 так. Короче, дикая борьба. Началась дикая борьба. Давайте посмотрим, что считает программа по этому поводу. Значит, то есть сюда, Atari соединяемся, так, порезали, вытянулись, отпрыгнули, вытянулись, сыграли такой ход, вытянулись, отпрыгнули. Отпрыгнули, еще раз отпрыгнули. По-моему, то же самое. Да, то же самое, да. То есть это тоже у нас за белых. Удивительно, практически все эти джосики за белых. Давайте смотреть в профессиональных партиях. Что-то было подобное. Ух ты. Значит, Махана сюда. Atari, соединение. Нет, никто не соединялся. В базе нет такого. Хорошо. Давайте тогда продолжим. Что у нас еще тут осталось? Так, гудит у меня программа. Нет, программа стоит. Так. Есть еще такие варианты, которые предлагает AlphaGo. То есть сюда-сюда. И здесь тоже борьбу можно начать какую-то. Типа того, самый простой вариант. Ну и дальше кто на что гораст. То есть порезали. Две группы против двух групп. Но у черных снаружи есть еще камень. Хотя белые могут сыграть там сансани. И что-нибудь придумать. То есть боевой вариант рассматриваем. Когда черный играет сюда. Белый блокирует. Черный сюда. Белый сюда. И черный режет. Да, давайте смотреть у профессионалов. Должны быть. Я думаю, должны быть такие варианты. Профессионалы любят побороться. Раз, два, три, четыре. Порезали. А, блин, одна партия только, да? Майкл Редмонд, 1999 год. И он даже выиграл полочка, да? Молодец какой. Молодец. Пошел на боевой вариант и выиграл у корейца. Вот молодец. Хорошо, только одна партия, особо смотреть нечего. Давайте тогда, что там еще было у нас с Мурамасой связано. Так, это мы, да, это мы не смотрели. Есть такой ход, такой, 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 такой и потом сюда. Но это уже альфа-гошный вариант, по-моему. Давайте проверять. Когда на прыжок мы блокируем в другую сторону, в эту. Никто так не играл, да? Да, вот это есть в лекции, ну, в AlphaGo Teach. А, извините, я не там это смотрю. Это надо вот здесь смотреть. Я думаю, так играли. Это же AlphaGo приказал так. Ну, хоть одна партия есть. Кто ее сыграл? А, это еще до AlphaGo сыграли. Юбин и Вён Сонджун. Сонджун, то есть. Так, хорошо. А как играли больше? Вот так уже 4. А вот так уже 5. Так, 5 партий. Что-нибудь новое есть? Нет. Странно, вот эти варианты альфа-гошные, да, почему-то в 2017-2018 году их нет. Хорошо, давайте тогда дальше идти. Что у нас еще, какие есть варианты? У нас есть, когда черный играет такой ход. Прилипание. Значит, ну здесь очень просто получается. Обычный джосаки такой. Да, у белых как бы крепко, но черный взял угол и на стороне.
Давайте посмотрим, за кого это. То есть здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и отпрыгнули, да? Ну, примерно поровну. Тут 52%, то есть слегка в пользу белых. Но примерно, можно сказать, равный вариант. Хотя он очень выглядит в пользу черных, потому что и стенка вроде бы не особо эффективна у белых, но у белых сента и, возможно, вот другая позиция, остальная имеет значение тоже. Ну, конечно же, она имеет. Но я не буду сейчас менять позицию, чтобы вычислять. Давайте вернемся. Так, отматываем тогда по веткам назад. И здесь есть еще такой ход, да, это тоже такой старый боевой вариант, когда у нас отрезается угол. То есть, когда для черных важен центр, то идет такой вот сценарий. И здесь можно пробить или спуститься. Да. Так, значит, давайте посмотрим в партиях профессионалов. Так, пардон. Это что? Нет, это не то. Значит, нам нужно такой ход, такой ход, такой ход, потом такой ход и потом такой ход. Да. И потом косуми. И здесь есть 24 партии. Да, давайте смотреть. Самая последняя сыграна 2016 год. Ну, давайте посмотрим лучше Мок Джинсок. Мок Джинсок по кличке Муму. Очень любит играть Моку Хадзуси. Двойные. Да, вот он сыграл здесь Моку Хадзуси. Потом еще сыграл Какари, который тоже является как бы Моку Хадзуси. Ну ладно. Так, значит, в этой партии он проиграл. Ага, но они тут особо не доигрывали. Кто у нас еще есть тут именитый? Ну, это старые какие-то все партии, да? Может, Ли Чен Хо? А, вот Ли Чен Хо играл. В каком году? В 94-м. Ну, Ли Чен Хо крутой тут был. Они доиграли или нет? Нет, они по-другому здесь сыграли. Так, кто еще есть? Честно говоря, я не знаю таких. Ну, Рисей. Так, Ямашита Кейго и Кабаяси. И что они тут? Да, они тоже не сыграли. Ну, то есть, окей, в этом джосике самое важное то, что черный не дает белым построить какую-то стенку. И он начинает какую-то борьбу. Да, вот, то есть он говорит белому, забирай угол, а я буду окружать тебя с обеих сторон. Как мы видим здесь. Что считает программа? Значит, если здесь мы играем так, то косуми и... Ага, и программа считает то, что резать не надо, да? Ну ладно, мы сюда, потом ханы, потом спуск, потом соединение, и мы сюда. Вот, и дальше... И дальше мы видим то, что уже 65%. Интересно. Хорошо. Давайте тогда дальше смотреть. Что это такое? А, ну это простой вариант. Самый простой вариант, да? То есть все ветки я показал. Окей, это ветки от корейского профессионала. Там была лекция на корейском языке, я ее посмотрел, переписал все ветки и решил сделать такой видос, чтобы посмотреть, что же они там показывают, проверить это на лиле, какая процентовка, и плюс посмотреть в партиях профессионалов. Давайте напоследок я зайду в программу, и здесь я отмотаю в самое начало, чтобы мы увидели, если играется Мурамаса, то что самое частое. На пустой доске, в лайбрери. Вот если мы отойдем, то мы видим то, что 654 партии сыграно в таком ключе, с таким джосике, да? И, соответственно, давайте я просто к ним перейду. Да, и посмотрим вот последние хотя бы партии, 2018 год. Но эту конкретно партию мы, по-моему, уже смотрели или нет? Но здесь стандартно. Да, эту партию мы смотрели. Здесь что было?
Ага, здесь было так, и потом хана. Да, такой вариант тоже есть. То есть я показывал, когда белый проталкивается в Q15, а есть вариант, когда играется ханы, и потом ханы... он так сыграл. А бывает, когда ханы, еще и двойной ханы, по-моему. Ладно. У Лисидоля они почему-то не доигрывают. А, вот начали доигрывать, потом так. Да, Лисидоль сыграл как альфа-го. И странно, и оппонент потом не начал отрезать, да? А, ну да, если бы черный здесь отрезал, тогда у белого был бы темп, и белый сам бы атаковал эти камни. Вот, поэтому на данном этапе черный уже решил переходить дальше сюда. И может быть потом в какой-то момент он отрежет тот камень, если успеет перехватить темп. Давайте посмотрим, просто интересно, будет ли тот камень отрезаться когда-нибудь или не будет. Ага, особо, в общем, там ничего не отрезалось. Так, Пхён Сангил, что у них здесь случилось? Так, да, вот прилипание. Да, и потом такой, у меня же, подождите, у меня тоже это было. Да, это я не показал. У меня это тоже где-то было. То есть, и дальше такой ход. А, вот у меня эта ветка, которую я не показывал. Здесь есть вариант с вытягиванием. Нет, это я показывал. Но я не показывал с отпрыгиванием. Да, вот есть у меня ветка. Значит, если черный отпрыгивает и белый играет ханы, то есть разные варианты. Самый простой вариант... Нет, это не самый простой вариант. Самый простой вариант такой. То есть, если мы играем ханы, атари, соединение, и потом фиксируем разрезание, черный забирает камень, и белый берет себе угол, но у черного тогда сента. Давайте рассмотрим в программе, что она считает по этому поводу. То есть, здесь прилипаем, ханы, отодвигаемся, прилипаем, выпрыгиваем, потом так-так, атари сюда... Фиксируем, захватываем камень, пробиваем и закрываемся. Из-за кого это? Сента у черных, но это все равно в пользу белых пока. То есть Мурамаса практически всегда за белых, что бы там ни сыграли. Если там не ошибиться, то получается так. Хорошо, давайте тогда, ну, профессионалов мы и так посмотрим. Давайте здесь еще исследуем другой ход. Ага. Давайте мы здесь исследуем разрезание. Если разрезать, то значит, то есть такой ход. Есть такой ход, у которого мияи. Либо отрезать вот эти два камня. И получается такой очень простой джосеки. Давайте посмотрим, что считает программа. То есть здесь идет... нет, здесь отпрыгивание, ханы, отрезание... Нет, извините, разрезание сюда, потом сюда, соединение, отрезание, атари, вытягивание, вытягивание. Что-то я здесь уже пропустил. Потому что там было отрезано, по-моему. Да, здесь же отрезано. Как они отрезали? А, вот так. Понятно. То есть там не отрезали, а там наоборот соединялись. Вот на этом этапе черный соединяется, белый ставит атари. И дальше черный еще раз вытягивается. Ну и допустим... Нет, зачем допустим? Что там было конкретно? Пробили, да? А, все, вижу. Да. Ведь в такой редакции белый ведь убивает здесь этот камень. Хотя здесь черный может спуститься, белый атари, черный сюда, белый пробьет, черный сюда. То есть белый здесь мертвая пока форма, но у белых получается больше каких-то сента ходов, возможно. Окей, черный ставит атари с другой стороны. Не атари, а вытягивается с этой, потом сюда-сюда и пробиваем. Из-за кого это? Ага, вот это уже равно. Упрощенные джосеки уже 50 на 50 мы видим. Хорошо. Так, какие еще есть варианты у нас здесь в шкатулке?
Что это такое? Ага, это если, соответственно, этот ход черный в эту сторону соединяется, да, тогда белый Atari, ну и все. То есть белый уже отрезал угол полностью. Я думаю, это большая ошибка за черных. Давайте проверим. То есть на данном этапе черный походил сюда и белый отрезал. Да, и мы видим то, что уже 75% за белых, а по эльфу это уже, наверное, 95%. Окей. Так, дальше что у нас было? То есть, какой здесь вывод делаем? Когда так играет оппонент, нам надо соединяться в R15, а не в Q14. Вот. Если мы соединимся в R15, то мы заберем в этом джосаке угол. Так, есть еще такой вариант. Если белый ставит Atari, черный соединяется, белый Atari, черный режет, потом так-так, пробой и сюда. Тоже такой несложный вариант. Давайте смотреть. Так, я уже забыл, как там было. Было так-так-так. И дальше был Atari. Соединение. Atari. Сюда. Atari. Соединение. Пробиваем и сюда. Правильно? Да, по-моему, так. И что? И чуть-чуть в пользу белых. Ну, в общем, играбельный вариант. Давайте смотреть дальше. Было еще пару вариантов с этим ходом. С ходом прилипания, я имею в виду. То есть здесь, на этот хане, если сюда, то мы это уже смотрели. Да, это мы уже смотрели. Если резать, тогда мы это тоже уже смотрели. Нет, это мы не смотрели. То есть белый играет ханы. Как здесь было? Черный прыгает, белый ханы. И белый не режет здесь и не играет пастигра, а белый черный, то есть черный режет. Тогда у белых есть вариант вытягиваться, потом сюда. Атари, вытягивание, хана и пустой треугольник. То есть здесь белый и вверху удержал, и выбежал. Да? И что считает программа? Так. Как там было? Мы играем ханы, потом отпрыгивание, ханы, разрезание, спуск, Atari. Так, извините, как уже здесь было? А, такой ход, потом Atari, потом сюда, потом Atari, потом вытягивание, ханы и пустой треугольник. Так, и это тоже за белых. Окей. Так, значит... Что еще мы не посмотрели? Вот это что такое? С разрезанием мы, по-моему, посмотрели. Да, это мы смотрели. Это что такое? С этим мы тоже смотрели. Так. Это мы смотрели. О, вот это мы не осмотрели. Это что? Ну, это какой-то возврат к обычному варианту. Да. Это то, что мы в самом начале смотрели. Это возврат к обычному варианту. Так, это мы тоже, по-моему, смотрели. Да, это мы смотрели. Окей, давайте посмотрим тогда еще раз базу. Что же играют в наше время профессионалы здесь? А, ну вот как раз вариант, который я показывал только что. Но здесь почему-то белый не выходит. То есть белый играет тануки. И черный имеет право его в будущем зажать. Окей. Хорошо. Здесь что было сыграно? Так. Да, то есть популярный ход сейчас это прилипать в сан-сан за белых. Отыграть один раз хана и прилипнуть в сан-сан. Сюда, порезали, вытянулись, ханы, хан. Так. Ну, то же самое, да. Так, что у нас было здесь? Так. Ага, это альфа-гошный вариант. Окей. Ямаюта Лисидоль. Ага, вот это разрез... Ух ты. А, лесенка. Работает за... То есть, в чем здесь разница? Я ведь показывал вариант, когда черный вытягивается.
А здесь черный ставит Atari, белый вытягивается, и черный вытягивается. Ну да, и здесь черный так не может играть, если вот эта лесенка работает за белым. Но здесь мы видим, она идет на эти камни. Давайте я проверю. Да, лесенка идет за черных. Поэтому имеют право черные так. То есть еще раз. Если лесенка здесь работает за белых, тогда черный только так может играть. Черный играет так, белый играет хана, и дальше черный может либо хана, либо атари, но вы помните, я показывал. А если лесенка идет за черных, тогда черный может вставить атари и вытянуться. И что же дальше? Так, и дальше белый в партии сыграл атари, черный атари, белый пробил. И черный забрал те верхние камни, а белый взамен получил какую-то плотность, да? И белый еще и выиграл. Но это лисидоль. Я думаю, лисидоль чуть-чуть посильнее, чем у Ямаюта. В общем, так, какой это у нас год? 2017-09-15. Давайте посмотрим в мейн. Так, 2017 это где? Это 16, 2017... 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 15. Ямаюта лисидоль. О, не хочет открывать, да? Вредный. Ладно, открыл. И нам нужно посмотреть вот здесь, когда они доиграли, вот на этом этапе, за кого это все. Ну да, он сюда, и дальше белый играет тенуки. То есть это в пользу белого, мы видим, программа показывает. Хорошо, с этим разобрались. Давайте тогда еще в базах посмотрим, какие варианты популярны. Так, Жуйнай Вэй, самая сильная женщина в мире, предпочитает играть как Альфа-Го. Дальше. Чой Чол Хан. По-моему, это легенда какая-то прошлого в Корее. Так, 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 тоже Альфа-Го. Значит, Ким Чи-Сок. По-моему, мы это смотрели, да. Это мы уже смотрели. Танг Сяо. Танг Сяо крутой. Танг Сяо крутой. И что он здесь делал? Ну, окей, он обороняется, поэтому тут белый. Так, он так, так, так. А, ну это стандартный вариант. Но здесь еще нюанс есть, то, что у черных есть камень. Хотя, подождите, у черных всегда там есть камень. Белый просто к нему прилипает. Да, я вот с таким ходом у меня не было в ветках. Хорошо, давайте дальше смотреть. Так, 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 так. Это Альфа-Го. Дальше. Ага, это старый вариант с разрезанием. Да, это то, что я не показывал в ветках, но я показывал много раз прежде. Когда здесь отрезают. И сейчас лесенка идет за белых, но черный, отыграв все эти ходы, потом будет как-то здесь прилипать. Да, вот он прилип, чтобы сломать лесенку. Да, и вот когда лесенка откровенно уже идет за черных, тогда белый там добавляет еще ход, и черный доигрывает здесь, и в центре получает крепкую какую-то форму. Окей. Так, что здесь? Тоже Альфа-Го, потом... А, ну это такой же вариант, как мы смотрели, тоже будет прилипание к этому Симаре. О, подождите, я не понял, почему не было прилипания к Симаре. То есть белый, чтобы избежать ко-борьбы... Или черный где-то ошибся, я не понимаю. Вот обычно на этом этапе черный прилипает, чтобы сломать лесенку. Но здесь черный решил не прилипать и решил просто провести семидори, чтобы выстроить, видимо, по верхней стороне какую-то плотность, которая будет работать с камнем c16, да? Давайте проверять. Так, так, началась ко-борьба. Атари, атари. Офигеть, я такого даже не знал. И ч
Черный. Да, ну черный умер, это закономерно. И черный, как я сказал, получил вот эту плотность. Это все плотность, эти камни мертвые у белых. Адзи, конечно, маленький есть, но камни мертвые. Плюс за черных пробитие J19 это Сенте из-за того, из-за Атари. Поэтому белый здесь на самом деле ничего не может делать. Интересно, я такого не видел. Значит, дальше, что у нас здесь будет сыграно? Альфа-го. Вот Гузихао. Как играл Гузихао последний? Посмотрим Гузихао. Гузихао прилипает, играет ханы. Ну, это мы видели. Да, какой-то популярный вариант, в общем. Хорошо, я думаю, достаточно. Это такая обзорная экскурсия по Мурамасе. Здесь нет каких-то утверждений. Просто мы посмотрели то, что вариантов очень много. И я, например, может быть, играл только процентов 20-30 из этих всех вариантов за всю свою жизнь. Вот. И узнаем теперь, если вы не знали, какие-то дополнительные маневры. Окей, тогда спасибо за внимание. Всем пока.